Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, сегодня перед стартом нового, прекрасного, волшебного, чудесного дня хотим с вами поделиться очень важной и нужной информацией. Итак, поговорим сегодня о 2 апреля. Какой сегодня праздник и что сегодня за лунный день, что сегодня обязательно нужно сделать, а что нет. Итак, друзья, сегодня у нас Луна находится в фазе убывания, убывающая. Это будет 20-й лунный день, и Луна будет находиться в знаке зодиака Стрелец. Также обращаем ваше внимание, друзья, что сегодня по церковному празднику день Фати-Николадезницы. И православная церковь в этот день почитает святую Фатину, которая была родом из древнего палестинского города Самария. Именно и с ней разговаривал Иисус Христос у колодца Иаковлева, расположенного с городом Сихар. И, друзья, хотим обратить внимание, что в 2 апреля, да, почитают святую Фатинью. И обращаем ваше внимание, что она является покровительницей всех женщин с именем Светлана. И вы знаете, сегодня, в этот день, 2 апреля, связано достаточно много примет с водой. Сегодня водичкой старались умываться как можно больше. Также обрызгивали водой свой дом, окна, домашних животных. Также просили сегодня, в этот день, себе здравия у святой, исцеления и долголетия. Также сегодня вы можете помолиться Фатине о счастье в личной жизни, а также чтобы обрести надежду и силы. Друзья, и далее в описании к этому видео будут молитвы святой Фатине. Вы можете к ней обратиться с теми просьбами, которые вас интересуют на данный момент вашей жизни. Поэтому обязательно сегодня помолитесь святой Фатине и попросите того, что вам действительно нужно. А может, вам просто нужно душевного спокойствия и радости в жизни. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите «принимаю и благодарю». Ну а мы вам всем желаем прекрасного и чудесного 2 апреля.